Это та Англия, которую мы себе ее так представляли. В чем был секрет фильма о легендарном сыщике? Очень много сами смеялись. Мы удовольствие получали от съемок. И это видно. Главный герой советского фильма, признанный лучшими Холмсом и Ватсоном на экране. Эта удача, она стала раскручиваться. Мы получили мешки писем. Хотелось прорывов, хотелось признания коллег, товарищей, критиков. О нелегкой работе над именитым шедевром расскажут его создатели. Дружбу сыграть невозможно. Если бы мы не дружили бы с Виталиком, может быть, ничего и не получилось. Они выглядели действительно английскими джентльменами. Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Рождение легенды. В воскресенье на ТВ-РУС.